Друзья, всем привет! Вы сейчас, скорее всего, удивитесь после того, как я вам покажу, как легко и быстро можно сделать отличную стойку, держатель удилищев и спиннинга. Я практически уверен, что ничего подобного в интернете вы еще не видели. Все, как говорится, гениальное, очень просто. Для изготовления мне потребуется вот такая вот круглая деревяшка с пропилом. Подойдет даже какая-нибудь ровная веточка от дерева. Кусок стальной проволоки, вот у меня это пятерка, ну подойдет также четверка там или тройка, ее будет даже легче гнуть. Также пригодится какая-нибудь изоляция от провода и изоленты. Из инструментов болгарка, либо ножовка по металлу, это у кого что есть. Также еще пригодятся тиски. Деревяшка должна быть чуть большего диаметра, чем рукоять у спиннинга. Для начала немного зачищу стальной пруток от ржавчины. Затем от края отступаю 20 сантиметров и в этом месте делаю загиб на 90 градусов. Вот от этого загиба в большую сторону прутка отмеряем 80 сантиметров и отпиливаем. Дальше на длинную часть прутка одеваю изоляцию. Это делается для того, чтобы при эксплуатации не повредить рукоятку спиннинга. Вместо изоляции от провода можно использовать кембрик, термоусадку, ну или просто обмотать это все дело изолентой. И с помощью изоленты делаем несколько прихваток, чтобы изоляция не слетала. Вот что получилось. Затем в распил деревяшки вставляем нашу заготовку вот таким вот образом. Дальше вот таким вот образом зажал все это дело в тиски. И сейчас буду наматывать пружинку. Подтягиваем это все дело, чтобы не проскальзывало. И начинаем наматывать спиральку кверху. Почему я говорил, что четверка или тройка проволока будет лучше? Она просто легче гнется. Пятерка немного тяжеловато идет, но я справляюсь. Вот этот вот верхний краешек уже надо подгибать при помощи какого-нибудь рычага. То есть найти какую-нибудь трубку, или вот как я нашел кусок квадратной трубы, и вот с помощью него догибаем. Лишнее отпиливаем. Вот уже что получилось. Теперь вытаскиваем деревяшку. Остается заострить вот этот вот край и вот здесь вот край пружиночки скруглить, чтобы об него не пораниться. Заострить можно с помощью болгарки, сняв два края, сделать острым. Я это буду делать на гриндере. Все заострил и скруглил. С изоляцией немного получилось неказисто, она большеватая и была вся вдоль разрезана. Так что сниму-ка я ее, наверное, сейчас и просто обмотаю все вот это дело изолентой. А так, как вы можете убедиться, уже у меня стоечка готова. То есть спиннинг входит очень отлично. Вот, упирается в нижнюю часть, а вот этим вот штырьком спокойно втыкаете в землю, хоть вертикально, хоть под углом. И никуда у вас эта конструкция уже не денется. Так что, если бы я сразу одел кембрик цельный, а не вот этот вот кусок изоляции, стоечка была бы уже готова. А так мне сейчас придется еще потратить время, изоленту и перемотать. Вот так вот она выглядит без изоляции. Изолента наматывается также очень легко. То есть если вы будете так же, как я, обматывать изолентой, то это уже делается после того, как вы завели спираль. Ну вот и все, друзья. Держатель для спиннингов и удилищ готов. Так, для более заметности подкрутил еще красные изоленты, чтобы в траве его не потерять. Буквально на все про все у меня ушло полчаса работы. Как вы видели, минимум инструментов, минимум трудозатрат и отличный держатель для спиннингов у меня готов. Просто воткнули его в землю, ставили спиннинг. Все отлично.
будут поклевки, он также будет амортизировать. Можно ставить как вертикально, так и под наклоном, как я сейчас поставил. Так что, кому понравилось, ставьте лайки. Надеюсь, это видео было многим полезным. И кого-нибудь я все равно удивил этой самоделкой. Пишите обязательно что-нибудь в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Дальше еще будет что-нибудь интересное, это факт. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.